Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал своего французского коллегу Эммануэля Макрона не связываться с Анкарой, пытаясь разрешить проблемы в Восточном Средиземноморье. Подобную реакцию турецкого лидера вызвало заявление президента Франции с призывом к ЕС быть более жесткими по отношению к Анкаре. Реджеп Тайип Эрдоган призвал Париж к отказу от ошибок в отношении Турции и Афин. Греция и Турция обвиняют друг друга в подписании незаконных соглашений о делимитации морских зон, не учитывающих интересы другой стороны.